Вы спрашиваете, что надо было сделать, чтобы оказаться в такой ситуации? Стать профессиональным киллером. Да, это грязная работа. Но я счастлив, что мои руки истекают кровью за правильную цену, чтобы держаться на плаву после того, что произошло в Лондоне. Поэтому я схватил свой поддельный паспорт, который, как оказалось, летел на Мальту. В этом уголке мира нужно убить больше людей, чем я могу. Я мог бы тебе помочь. Это наша лаборатория, где я могу испытать все наше новое оружие и методы убийств. Значит, ты нашел меня, да? Да, я узнал о твоем заработке, который идет мимо меня. То, что происходит здесь, тебя не должно беспокоить. А меня это беспокоит. Поберегись, от удара в ебало увернись. Блядь, что такое? Кажется, ЦРУ заключили контракт на моего сына Данте. Мне нужно, чтобы ты защищал моего сына любой ценой. Ты понял? Похоже, они наняли всех убийц мира, чтобы порвать мне очко. Мне бы не помешало прикрытие. Кажется, намечается нехилая заварушка. Ты должен сохранить ему жизнь. Твоя мамочка наняла меня, чтобы защищать тебя, блядь. Я с тобой не в безопасности. Ты магнит для психов. Ты похож на расплавленного Бена Аффлека. Он сдох? Теперь да. Несчастный случай, каникулы киллера. Ну что, выходные проходят как надо? Не, нихера не так, как надо.